Выполнять бескровные операции без швов стало возможно благодаря новому уникальному оборудованию. Теперь оно на вооружении врачей в первой Самарской городской детской клинической больнице имени Ивановой. В первую очередь операции будут проводить детям, когда требуются сложные оперативные вмешательства. С помощью нового прибора уже сделано больше десятка операций. Аппарат довольно-таки сложный, но в двух словах это выглядит так. То есть он считывает все параметры организма, да, то есть мы нажимаем на кнопочку, он нам говорит, что кровеносный сосуд заварен, мы его можем спокойно пересекать, никаких швов. Человеческий фактор убран, так скажем, максимально. Аппаратура на себя берет 80% всех компетенций по самой операции. Вот. Ну и совершенно, так скажем, точно, реабилитация больного происходит очень быстро. В прошлом году в больнице впервые появился аппарат МРТ. Также парк оборудования пополнился новыми приборами УЗИ и лор-комбайном. Теперь детей для обследования не приходится возить во взрослые поликлиники и стационары. Городская детская больница имени Ивановой – единственная, где проводят хирургию новорожденным. В год здесь делают около 100 операций. Новое оборудование для медучреждения всегда необходимо. Мы можем теперь проводить исследования по наркозам у себя и для своих детей, и для детей города. То есть нам присылают из поликлиник, в общем-то, что тоже было достаточно проблематично раньше на территории Самарской области. Очередности практически нет. Вот уже с момента установки оборудования, оно запущено в декабре прошлого года, проведено около 2000 исследований. Развитие детской медицины – одно из важных направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Ежегодно в детские учреждения поступает новое оборудование. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.